открылась еще одна первичная организация Белорусского союза женщин. Женская часть коллектива Гродненского государственного технологического колледжа решила присоединиться к общественному движению. Это уже седьмая первичка, которая начала свою работу в этом году. Всего по области их более 230. Порядка 8500 женщин региона – члены Белорусского союза женщин. Мы рады, что к нам вливаются и молодые девушки, молодые женщины, которые хотят изменить этот мир к лучшему, хотят делать добро. Белорусская организация «Союз женщин» – это уникальная организация. У нас нет штатных сотрудников. Мы занимаемся, в общем-то, нашими добрыми делами в свободное от основной работы время. Белорусский союз женщин объединяет представительниц разного возраста и профессии. Для них важно, чтобы каждая женщина чувствовала себя комфортно в обществе и могла себя реализовать. Нередко проводятся акции с участием психологов и других врачей. Они могут вовремя оказать помощь, моральную поддержку или разрешение реальных проблем. Сегодня одна из главных задач, которая прописана в уставе общественного объединения, это повышение статуса женщины, укрепление роли семьи, укрепление института семьи. И вот эта акция, которая начнется во Всемирный день здоровья 7 апреля, она направлена тоже, она преследует тоже вот эти цели.